okay, we'll alter the setup of the car. All complete. Mechanics, please stand clear. We're ready to go. На гиперсете хочешь стартовать? Я знаю, что многие поедут в гиперсет, тут трав. Загрузил настройки, а вообще загрузилось другое. Слава Богу.
нормально, я микрофон не дышу. Уже напоследок хотя бы очки надо сдать. Говорю, есть такие, кто гиперы два раза ультра, потому что резина не держит. Я вот тоже думаю, может так поехать. Все равно последняя гонка. Я уже решил все равно. Уже нету, да? Пацаны могут. Попробуем на суперсофте быстрый круг поставить, а потом на ультре перебить не получится, поэтому суперсофт. Хотя смысл мне стать, я на ультре в десятку не войду.
А чем мы 5 кругов гонку не поехали? А, да? Типа квалимся, потом 5 кругов. Я говорил, руда не быстрая. Ну, когда она вышла быстрее? Так он еще на ультре, а не на гибке. Ну, там разница не особо. Слезал в конце, да ебал. Блять, я успею еще на круг, боже мой, уже заканчивается. Это надо сейчас без срезок проехать. Ха. О, бля, еще и ты заезжаешь, пизда, сейчас не успею на квалу. Ебать. Сука, быстрее, гуси ебаные. Да боже мой. Блять, я еще и срежу в начале, блять, все пиздец. Ты уже выезжаешь? Пиздец, нахуй. Не, я в десятку не смогу, блядь, там времена ебануться. Кто-то вылетел.
аварии. Засрал друг. Ладно, нормально. 11 это наоборот лучшая позиция. Как бы они все будут как-то ловить только когда. Ну, все серьезно, давай. Пизда, я засрал круг, я ебал, похуй. Ну, Родину по-любому стартует на супере. Ты... Что? Тоже на супере? Давай. Додержи круг до 14-15, потом на утру переходи. А за Рембо и на сыров на тестах жгли-жгли, а тут даже круг собрать смогли. Запись. Родин, стой. Идет-то запись? Илья? Да. Отлично. Подожди, у нас нормально. Иду. Да, я был. Сейчас бы говорить о разрывах таких больших, если трасса такая, ну типа ты не собрал круг, ты-то связан. Ну, серебряков серебряком. Да там все. Дебилы, да. А вон. Посмотрим. Да, половина будет 2500 ехать. На супере 15-16. По топливу сливай. Сливай круг. Или даже полтора. Да нет, ты их потом соберешь, что гонишь. Ну тогда круг слей. Ты... Я сливал пол, ну, типа от того, что заявлено, пол круга я сливал. Даже круг сливал, то хватало. Ну, потом. На 29 надо оставлять. Ну, оставьте, короче, я так пошел смотреть. Ну, дело ваше, конечно, но на тяжелом топливе вам будет сложнее. В начале гонки с обратной стороны. Согласен. А что лучше, слейте хотя бы полкруга, ладно, не круг. Хотя круг в этом...
Я круг лично отыграл за 9 кругов. Это учитывая, что я еще на богачонку на приводку переключался. Еще трасса не та. Канада. Канада! Так, вы этого не видели. Шикарно. А кто такой Кримзон, типа? Кримзон — это Бучинков. Бучинков. Бучинков, да? О боже, даже я быстрее получил. Бучинков. Ой, что? Ой, лайв-рейсинге сам утверждал. Я вот что-то не могу понять. Я 35.0 ездил на тренировках, сейчас 30 час проехал. Что за пиздец? Ну, будем прорываться. Так, все супер поставили, да? За Рэмбо на ультре стартует. Так, посмотрим, кто стартует, если нам, конечно, покажет. Свои роли, так сказать. Кримзон уже результат не засчитает, вроде у него никнейм. Нет, фотография вроде Кутников был. А, ну это он так нарисовал. Да, он нарисовал. Нарисовал, да. Ну, так, ок. О, Ветренко. О, Ветренко, лай. Моё, синдаю. Бросили. О! Не прямо заменит этого. Какой чупах? Это? Мол, чупах будет. Ну да, когда будет старт, скажите, я буду молчать. Да, поскольку... Где-то в третьем секторе уже в конце должен быть. Воды. Я, наверное, вас вообще на первый круг заглушу, а потом разглушу. Это разве удобно? Да, у меня кнопка где-то. Угу. Чего вообще то это все? Можешь дизолиться, мой фокус фасса. Удачи, ребят. И он был подбьет. Чего они так рано тормозят, дебилы? Окей, это Джефф. Я нужно тебе остановить на корнеры. Если ты будешь это делать, Стюарт будет отдавать тебе пенальти. Как этого Кримзона взяли сюда? Адрес на гипере. Говорю, как Кримзона сюда взяли? Он так едет, под тормозит. Он ходит, Ладно, давай.
без крыла нелегко. Урезного стоп-н-гол. Усилий прикос. Перебрыков по крылу и развернулся. Да. Стивич как проиграл старт, это вообще капец. Его развернули. На что она вообще не едет? Ебал. На трансляции было заметно, кстати. Да. We'll be right back.
все, пизда. Окей, okay, до свидания. Подожди, может отлетит, отойдет, так сказать. Battery charge is high. Let's increase ERS deployment to up the pace. Okay, gap ahead is 12.8 seconds. Ебать, что делает Бученков? Пиздец.
against our finishing time at the end of the race. Минус за Рембо крылом. Выезжай тогда что? Check your MFD for a new strategy option. Got that confirmed? This lap, keep an eye on your distance to the speed limit line as you approach, and make sure you don't speed. Some of this charge.
staying with him, he might make a mistake. He can still regain the position. Stop today. One stop left in our strategy. Thank you.
is 35.6 seconds. Incident.